и Геотермал. Сыграли очень классный, качественный поединок. Забили друг другу 6 голов. Лучше были футболисты Вольта. Они выиграли со счетом 4-2 и прям сделали огромный шаг к чемпионскому титулу. В последнем на этот момент туре уступили по Буллитам. Ух ты, какой сейв сейчас совершает Кирилл Чулочи. Буквально занял сейчас пространство своим телом метров, наверное, на 40, судя по ощущениям. И смог вот так вот Кябуру. Но это прям ошибка. Здесь попытка Александра Чеха. Куда мяч летит? Мяч залетает в ворота. Александр Чех от своей штрафной площадки очень точно. Вроде как просто вынос, но на самом деле, конечно, очень даже зрячий. А может, это гол тура. Рано лашку начали отдавать. Все, чем не красота. Ну, очень даже классно, красиво исполнено. Понятно, что это пустые ворота, но попробуй еще с такой позиции. В чужой штрафной два футболиста, есть прострелы. Кто первый на мяче? Это автогол. Это очень неприятно. Это, по-моему, Артем Турта последним касается мяча. Вот такие два странных все-таки гола у нас залетают, где больше не атакующие. Максимально разрешенную точку в своей штрафной площадке. И хороший пас на Вячеслава Лису. Никто не выходит на него. Почему никто не выходит на него? Да, Вячеслав Лиса все-таки забивает по правилам, но здесь, конечно, была неразбериха между защитником и голкипером. Он одним касанием обыграл обоих. И интересно, что в итоге, ну, наверное, ассист заслуживает здесь Кябуру. Кирилл Чулочи. Почему не бьет? Вот можно попробовать. Нет, опять вытянул на себя игрока, отдал на Турту. Тот бьет, тот помнит, что он забил свои. Авангард заканчивает первый тайм в атаках. Юрий Юраш. Это полуудар, полупрострел. Нужно бороться до конца. Наверное, не было пенальти, показывает судья. Ни один из них, да? Или все-таки пенальти? Что решил? Два судьи на поле, я напоминаю. Первый показал, что пенальти не было, а второй показал, что пенальти есть. И вот уже устанавливает на точку Виктор Носенко мяч. Носенко, да? Будет бить все-таки. Да, он. Носенко, удар и гол забивает. 2-2 у нас. Еще в первом тайме 4 гола забивают команды на двоих. И Авангард, сравнивая счет, возвращает статус-кво, но не возвращает пока лидирующее положение, которое было после того, как Авангард открыл счет в этом матче. А первый тайм даже так еще не заканчивается. Время закончилось, но свистка не было. А вот и он. 2-2 в первом тайме. Авангард и Молдова Трансгаз. Шикарный матч. И продолжаем его смотреть через несколько минут. Наиболее выгодную позицию принять. Вот такие решения были, два интересных у судьи. В первом случае ух ты! Прорывается здесь на дальней штанге совершенно один Никита Степанов, что ли, это был, надо посмотреть. Да, действительно, Турта пытается перекрыть, и получается у него смутить игрока Молдова Трансгаз. Абрашин здесь один в один, нужно обыгрывать Вадима Борща, но уходит он во фланг. И есть уже подключение. Виктор Носенко, пустые ворота, мяч забивает Авангард. Снова впереди, какой красивый удар Виктора Носенко. Как помните, Робин Ван Перси забивал. Но здесь, конечно, прыжок чуть-чуть другой, но для Носенко примерно такой же. Учтите возраст Носенко, и тогда Ван Перси на пике его карьеры. Авангард снова впереди. 3-2. Да, сценарий, конечно, сумасшедший. Как классно сыграл Михаил Абраш. Были в первом тайме. Опять же, те, которые приводили к пропущенным голам. У Турты, у Кябуру. Чулочи, попытка хорошая пробить. Какой гол забивает Кирилл Чулочи. Просто сумасшествие. Так, там Слашку мы не поторопились ли. Чулочи от перекладины. Здесь есть свой кайф. Здесь тоже центр поля. Там, конечно, было обводящим в девятку. Здесь от перекладины. Кирилл Чулочи просто невероятные эмоции. Счет становится 4-2 в пользу Тираспольска. Ну и Авангард сейчас будет на контратаке играть. Кто первый на мяче? Кябуру или наконечник? Кябуру ставит жестко ногу. В итоге наконечник получает мяч. Аккуратненько его перебрасывает, забивает и бежит вот так вот отмечать этот гол со своими фанатами. Счет становится 5-2. И вот это уже прям зеркальный практически ответ Авангарда за поражение в первом круге от Молдова Трансгаз. В три мяча сейчас Авангард имеет преимущество. 0-3 они проиграли в первом круге, а сейчас 5-2. У Молдова Трансгаз их, конечно, поменьше. Если бы сейчас выигрывали, то они прям очень активно были бы основными претендентами на то, чтобы догонять Вольту с учетом поражения Геотермала. Но Молдова Трансгаз сама уступает Авангарду, который вот так вот преподносит сюрпризы. Вместе с передачей Кирилла Чулочи сейчас будет свистеть. Да, есть первая победа в основное время Авангарда в этом сезоне. Счет 5-2. 7 голов в этом матче.